Социальный работник не только тот, кто помогает оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям с доставкой продуктов, оплатой коммунальных услуг или, например, уборкой дома. Прежде всего, это друг, помощник и психолог. С представительницей этой благородной профессии встретились наши корреспонденты. Елена Липина уже 8 лет работает специалистом по социальной работе в Зимовьевском центре оказания специальных социальных услуг. Центр был построен в 1951 году и является самым первым социальным учреждением Восточного Казахстана. На данный момент здесь проживают 210 услугополучателей, а трудится 180 сотрудников. За мной закреплено 60 получателей услуг, которых я знаю практически все. Они для меня стали как вторая моя семья. Когда я прихожу в отделение, я уже вижу по лицу, могу знать, что они хотят мне сказать, что они чувствуют, какое у кого какое настроение. Мы очень много разговариваем с получателями услуг обо всех насущных проблемах. И моя задача – решить эти проблемы совместно с нашими коллегами. В прошлом году в центре запустили уникальный проект «Апитерапия. Лечение жужжанием пчел». Для этого были построены специально оборудованные под ульи апидомики. Такое лечение положительно влияет на нервную систему, кожные заболевания. Медицинские сестры прошли обучение по данному направлению и получили сертификаты. Психологами нашего центра проводятся различные тренинговые занятия, специально оборудованные в сенсорной комнате, арт-терапия, музыкотерапия, беседы, направленные на снятие агрессии и стрессовых ситуаций, снятие психоэмоционального напряжения среди получателей услуг. Главная задача социальных работников – помочь и поддержать людей в трудной жизненной ситуации. За время работы Елены Липиной в центре были полностью реабилитированы 6 услугополучателей. Например, одному подопечному восстановили дееспособность, и уже 3 года он трудится в центре дворником. Тамирис Кабаева, Ардана Сирых, Казамира Схатулы, Алтай Ахпарат.